Друзья, всем добрый вечер. Снова с вами я, Алена. Мы на моем канале. И сегодня мы с вами говорим про такую тему, как неуверенность. Неуверенность в себе и моменты, которые, друзья, влияют на это состояние. Неуверенность бывает совершенно по разным причинам. И в основном это либо неудавшийся прошлый опыт, либо неудавшееся состояние встречи с реальностью, либо это неудача, которая привела вас к тому, что вы сейчас имеете в своей жизни. Можно ли изменить данную ситуацию и как повлиять на стресс, тревогу, которую вы испытываете благодаря тому, что ваша жизнь идет не под той эгидой, которая вам бы хотелось, которая вам бы была нужна. Неуверенность прорабатывается в несколько этапов. Вы берете те моменты, в которых вы ужасно себя проявляли. Например, у вас не получилось построить бизнес, у вас не получилось разобраться с финансами, с отношениями. Ту область, в которой вы прочувствовали, сильно прочувствовали неудачу, и эта неудача так сильно задела ваши мысли, ваши чувства и ваше внутреннее внимание, что вы полностью переходите в ситуацию отодвижения стресса. Вот как бы отодвинуть стресс. И да, это возможно. Но при условии того, что вы наоборот встречаетесь с ними, вы наоборот даете себе возможность реализовать тот опыт, который вы должны реализовывать, который вы можете реализовывать. Также, друзья, для того, чтобы ваша ситуация намного-намного улучшилась, я рекомендую вам обращать внимание вот на что. Это помощники в вашем состоянии движения в жизни. Что это может быть? Это может быть новый кружок, новое хобби, новое дело, новая встреча, новые друзья, новые знакомства. То, что займет не только ваше время, но и даст позитивное подкрепление. Зачем вам позитивное подкрепление? Оно необходимо вам для того, чтобы вы понимали, что вы управляете своей жизнью, что у вас есть моменты, которые улучшают вашу жизнь, и есть моменты, с которыми вы можете работать удаленно. Что это значит? Это значит, что все неудачи, все тревоги, все стрессы, все дополнительные депрессивные состояния могут решаться через ситуацию проработки. И здесь для того, чтобы встретиться с собой настоящим, вам нужно положительное подкрепление в новой области. Также, друзья, если вы хотите реализоваться в какой-то новой области, вам придется сместить полностью туда фокус своего внимания и начать действовать уже исходя из того момента, как будто бы вы получили заведомо хороший положительный результат. О чем я говорю? Я вам говорю про ситуацию реализации, про ситуацию встречи, про ситуацию самокомпенсации и самоисцеления. Это реально при условии положения, при условии получения хорошего результата от того действия, которое как бы доставляет вам удовольствие. Может быть, также без стресса получения дополнительного удовольствия. Это могут быть не только хобби, это могут быть деньги, здоровье, поездки, финансы, то, что вы можете закрыть. Если тема ваша, напишите, пожалуйста, под этим видео, потому что эти видео носят не только рекомендательный, но и такой давательный, как я говорю, характер.